Да, дорогие друзья, вчера я зашла в некоторые психологические чаты в Телеграме. Ну, вы, наверное, знаете, что есть такие. И я, знаете, просто была шокирована, да, сколько людей страдает от депрессии, сколько людей находятся в безысходном состоянии. Но когда люди там психически больны, ну, тут понятно, тут уже нужна, наверное, помощь не просто психолога, да, уже там в каких-то случаях психиатра, но в большинстве случаев это адекватные люди. Это адекватные люди. Просто у кого-то начинается фобия, у кого-то депрессия, у кого-то выгорание, у кого-то какие-то ситуации послужили для того, чтобы у них произошел какой-то просто сильнейший стресс. И знаете, больше всего, что меня, конечно, огорчило, я вчера прям включилась вот прям в переписку с некоторыми, поддерживала. Ну, как-то вот так по зову души. Потому что вот несколько человек написали: ответьте мне, кто может, я уже готов там покончить там суицидом. Я готов к суициду, представляете? Я с одной девушкой стала переписываться, у нее большое чувство вины перед своей дочкой, да. А с другим мальчиком стала переписываться, ему 16 лет, и вот он пишет, что меня никто не любит, я изгой в классе, меня обзывают, дразнят. Ну, стала тоже раскручивать эту ситуацию. Да, конечно, она, ну, вызывает на себя внимание определенным внешним видом. Но, в общем, друзья, представляете, вот мир надо спасать. Очень-очень огромное количество людей в этих чатах, которые нуждаются, просто нуждаются в поддержке, нуждаются в помощи, и им не хватает действительно вот какого-то понимания, каких-то правильных слов. И, конечно, у них совершенно нет гормонов радости. Это несчастные люди, которые уже вот просто на депрессантах, там пьют какие-то таблетки, помогает, не помогает. То есть многим становится еще хуже. Поэтому, друзья, ну, смотрите, вот этим людям можно помочь, им можно помочь. У нас есть и 8 волшебных упражнений, вы знаете. Но первое, самое главное упражнение, какое? Ну, конечно же, это восстановить ресурсное состояние человека, вытащить его из депрессии вот в это ресурсное состояние. И в наше время вот такое вот турбулентное, такое вот действительно волнительное, когда столько пережили, да, и продолжаем переживать, и мир уже не изменится, уже надо понимать, что это все надолго. Вот сейчас такое время, когда динамично, мы не знаем, завтрашний день не в нашей власти, вот как в Библии сказано, да, вот, и действительно пережили ковид, пережили, там многие потеряли деньги, работы, стали банкротами, да, кто-то ушел из жизни, кто-то, у кого-то со здоровьем случились проблемы, потом вот эти вот все мобилизации, войны, ну, конечно, это не оставляет никого равнодушным, и поэтому, да, можно запасть в депрессии, можно сидеть перед телевизором и ох, там убили, там пожар, там наводнение, там еще что-то произошло. Ну что ты себе делаешь? Ты больше стресса в себя гоняешь, и вот этот вот кортизон пропитывает весь твой организм, и что с тобой происходит, да? У тебя иммунная система дает сбой, и на тебя нападают все вирусы, бактерии, а ты не защищен. Я как-то рассказывала, но сейчас уже много новичков, не все, может быть, слышали. Вот был такой эксперимент, когда каплю крови, может, кто-то знает, испытуемого взяли отдельно под микроскопом, смотрели. И вот у нас есть воины, защитники, их называют макрофаги, которые борются с бактериями. Так вот, когда человеку давали смотреть кинокомедии, его всячески смешили. То есть, когда человек улыбался и радовался, то эти макрофаги, они становились очень активными, и они нападали на бактерии. Что это говорит? Когда мы радуемся, наша иммунная система как броня, да? И, наверное, вы многие заметили, вот поволновался, вот обиделся там на детей, например, на родителей, на подружку, на коллегу, и вдруг раз и засопливил, да, или горло заболело. Вот знаете, психосоматика с нашим здоровьем, она очень взаимосвязана, очень сильно. Так вот, вторая часть эксперимента была такова, что когда, наоборот, человеку давали смотреть вот все негативно, да, как мы называем, информационный яд, то что случалось? Макрофаги замирали, а бактерии, вирусы оживали. Понимаете?
Вот так вот и в жизни. Поэтому, друзья, именно первое упражнение, оно связано со смехом. Если ты не вытащишь себя в ресурсное состояние, все остальное бесполезно. Ты будешь лежать, как тряпка на веревке. Тебе лень будет подняться с дивана. Да? Духом упал и пропал. Ты не семьянин, ты не работник, ты не творец. Ты ничего не можешь. И толку, что ты сидишь там, кому-то сочувствуешь, кому твои сопли, кому твои ухи, вздохи помогут, да? То есть ты заболел, ты пошел работать на аптеку, значит, ты забрал еще деньги из семьи, ты своим видом портишь всем настроение в своей семье, своим окружающим, да? Именно поэтому вот первое, самое главное упражнение, оно связано именно со смехом, именно с радостью. И если тебе плохо, если тебе грустно, если тоже кого-то из вас гложет обида какая-то, или кто-то, наоборот, себя не может простить, друзья, вот отпустите все. Очень важно себя простить. Очень важно. Почему? Потому что вы должны понимать, что мы все не безупречны, мы все не идеальны, мы все косячим, мы все грешим. Один святой был, и того распяли, да? Вот. А мы все грешны. Поэтому вы в той или иной ситуации поступили так, как вы тогда могли поступить. Как вас привело к этому ваше понимание, ваша там картина мироздания, ваши какие-то привычки. Но прошло время, и вы, оборачиваясь, видите, что вот сейчас бы вы уже так не поступили, да? И мы все проходим этот путь. Нужно просто это отпустить, вот сжигаем мосты, потому что если мы работаем над собой, то мы меняемся. И ты сегодня уже не тот, который ты был вчера. Согласны? Поэтому первое, это вот просто прощаем себя, дорогие друзья. Вот я, знаете, под впечатлением вот от того, что я вчера читала вот эту переписку с этими людьми, и я им просто писала, что вы не должны себя чувствовать виноватыми, потому что вы такая, какая вы были. И вы все равно родились кем? Победителем, уникальной личностью, да? И Божьими детьми, которых Всевышний любит. И наша задача просто расти и становиться лучше, чем вчера, становиться лучшей версией себя. Согласны? И только вместе мы все, делая себя лучше, можем и менять этот мир к лучшему. Вот начиная с себя, как в самолете говорят, маску, в случае чего, надень вначале на себя, а потом на ребенка, да? Поэтому, друзья, вот наша смехотренировка – это есть маску на себя. И, конечно, приглашайте больше людей, потому что чем больше людей, наполненных радостью, счастьем, да, тем больше будет здоровых людей, радостных людей, которые будут, как солнышко, этим делиться с окружающими. И не случайно йога смеха, она служит миру во всем мире. Да, помимо здоровья, помимо развития эмоционального интеллекта, там фейсбилдинга, омоложения. Да, это все классно, это здорово, это тренировка для нашего здоровья. И нам важно сегодня быть в бодрости духа, души и тела. Согласны? Кто согласны, пожалуйста, смайлики в студию. Ну вот так мы сегодня, вот так пошло. Поэтому, друзья, простите себя, если кто-то имеет какие-то вот такие занозы. Давайте эти занозы вот вытащим, да, и мы их вот целый день сегодня будем высмеивать, выкошлёвывать, да, расставаться с ними, вот вытащили, поломали, да, потому что важно, чтобы нас что-то разрушало, а мы это все поломали и со смехом от этого избавляемся, да. Ком взяли, у кого-то, может быть, ком какой-то на душе, да, душа болит, может быть, за детей, за внуков, за кого-то, кто болеет, вот вытащите этот ком, вытащите, вытащите. Друзья, мы можем только молиться, мы можем только друзей приводить сюда, вот тех, за кого мы переживаем, чтобы они сами оздоравливались, но это если человек хочет, да. Поэтому не носите в себе эти камни, все, вытащили, вытащили, и расстаемся, и... И если тебе хочется плакать, смейся и плачь. Но смейся, все равно смейся. Не хочется смеяться, смейся. Да, это тренировка. Еще раз дадим какие-то у нас, да, все обиды, которые нас разрушают, все и. Ни на кого не обижались. Вирусы, бактерии, что у нас там, у кого-то. И... Все отсюда, все.
Все вытащили, вытащили, выбросили. Головы. Я сама, друзья, вот это вечером все начиталось, прям так взгрустнулась. Вот мне самой сейчас нужно тоже дополниться гормонами радости, да. И я хочу, чтобы у нас такой с вами был взаимообмен. Поэтому открывайте окошки, потому что энергия, она вот спотыкается в ваши заслонки. А идет лучший обмен, когда вы все включаетесь, и когда вас тоже всех видно. Хорошо, друзья. И вспоминаем наши правила смеха для наибольшего эффекта для нашего здоровья. И мы открываем рот. Кто самый лучший? Скажи, я! С большим-большим открытым ртом, широко и, важно, громко, да? Кто умница и красавица? Я! Я! Кто победитель? Я! Ты уже родился чемпионом. Да! Да! Шире, шире, шире рот открываем и кричим. И смотрите, мы в этот момент даже собственный мозг структурируем. Но помните, мы говорили, Масару Мото, японские исследователи, он изучил, что вода все запоминает. Что мы проговариваем? Да, это записывается на... точно так же на нашу пленку, потому что наш мозг состоит из воды. Наша кровь вообще там 92% состоит из воды. Представляете? Поэтому все, что мы произносим, это очень важно. Поэтому мы говорим, я мегалидер, да! Я все могу, да! Все могу. Пенка растет с каждым вдохом, с каждым смехом. Да! Вот так вот мы убиваем себе и говорим, я здоровая, я симпатичная, я дерзновенная, да! Дай мозг, вы что, делом гибким и пластичным. Да, добавляем сюда радости, добавляем сюда счастья, находчивости, смелости, да. Очень важно сейчас адаптироваться к такой вот окружающей ситуации, поэтому сейчас даже отведено такое понятие, как адаптивная психология, друзья. Нам нужно становиться гибкими обязательно, компромиссными, уметь вот все воспринимать и быстро реагировать, правильно реагировать, оставаться в тонусе, в позитиве, несмотря ни на что, да. А если у кого-то не получается, ну-ка жить и так, ну-ка из болота бегемота, так, а кто тут хмурится, а кто тут печалится, ишь, а кто тут засопливил, ишь, и наказали, наказали, вот так вот, пушки, хорошо, хорошо, потрепали, ишь, какая, кому иногда хочется смотреть что-то негативное, ишь, наказали, наказали. Кто иногда злится и гневается, а? Растерли, растерли хорошо ушки, да, поулыбались, поиграли на гармошке, да. И вспомнили нашу классную международную считалочку. И бьем хорошо-хорошо в ладошки, разогревая все точки, да, чтобы прилипала денежка и прилипало все самое доброе. Все смешинки, радость, хорошие люди на пути. И... Хо-хо-ха-ха-ха, хо-хо-ха-ха-ха, да! Лучший день, да! И вдыхаем в себя много-много счастья, радости. Представляем все, что вам нравится. Вдох, животик вниз. Задержали, пропитали каждую клеточку. И последний раз. Вдох. Животик набрали воздуха. На выдохе будем лошадку делать. Держим, держим, держим. Ах.
Зажимы есть у кого-нибудь? Легко получается? Давайте, давайте сделаем. У кого не получается, так чуть-чуть нажмите, ямочки себе сделайте, да? И сейчас мы делаем выдох и делаем со звуком без звука, со звуком без звука. И набираем, помните? Низ живота, плечи опущены. Вдох. Набрали и... Получается? Еще раз вдох. Хорошо. И теперь набираем радугу счастья в один кубок, а в другой кубок здоровье, молодость, красоту, энергию. И все это начинаем смешивать на 4 счета. Приготовились? И наклоняемся. Смешиваем, 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 пьем и смеемся. Напитываемся, напитываемся. Метафизика — это 95%. Так и происходит. Шире рота. Бочку. Наполняем все, что мы хотим, бочку. И добавляем счастье, изобилие, процветание, финансы, радость, любовь, рождение. Что еще? Надежда, веру. Поднимаем эту бочку и на себя выливаем. Еще раз начали ее хорошо, хорошо. На друг друга. Берем мочалку, этот коктейль в себя втираем. Вот, ноги, попа, все растираем, растираем, растираем. И еще массажика добавляем, да, все в себя вбиваем, здоровье, радость. Вот такой наш энергетичный коктейль, да. Да, хорошо, хорошо себя порастирали, да. Массаж — это очень классно, поэтому, друзья, найдите хороших массажистов, обязательно ходите. Можете их даже менять время от времени, потому что у каждого свой почерк, да. И вы увидите, какой вам больше нравится, какой больше приносит пользу. И обязательно сами себя, конечно, тоже разминаем, делаем обязательно вот такие вот растирочки. И обязательно упражнения, да. И потянулись, потянулись, позвоночник должен быть ровненький, друзья. Тянемся, тянемся. На улице, когда ходите, есть возможность где-то повисеть. Увидели веточку, увидели турник. Да, повисите немножко, поподнимайте ножки, покружитесь, покрутитесь, да. Вот, это очень важно, потому что позвоночник, он начинает с возрастом уменьшаться, уменьшаться. И если мы его не вытягиваем, да, помните, мы говорили, то, что не работает, то как бы вот и отмирает, да. Поэтому нам нужно вытягивать, вытягивать свой позвоночник, обязательно работать над своей осанкой. Радостный, счастливый человек, он с какой осаночкой ходит? Почему я всегда уделяю внимание осанке, да? Потому что на тебя влияет даже твоя осанка, твоя походка. Ты будешь смеяться, но если ты будешь вот так ходить и шаркающей походкой, ну, это поза человека неуверенного в себе. Это говорит о заниженной самооценке. Поэтому я победитель, да! Раскрываем плечи. Да! 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 Победитель, да! 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 Да!
и хорошо, хорошо, все разминаем, хорошо, хорошо. И наше упражнение, да, пальчики у нас встречаются. У кого сколько могут, да, то спинка должна гибкая быть. Каждый раз она у вас будет все гибче, стройнее, вам благодарнее. Другую ручку поменяли. Да, хорошо. Взяли ладошки только сзади, скрестили пальчики. И поднимаем вот так, вот так. И, конечно, смеемся. Кстати, смех еще и обезболиватель, да. Хорошо, чувствуйте свое тело, да. Позвоночек, он должен хорошо быть раскрыт на всех его отделах. Помните, верхний отдел. Кому таз на месте, вы можете только вот по точечкам идти. А потом уже объединять эти точечки. Вот у нас сейчас только верхний отдел работает. Ну, как там, многие его редко включают. А теперь наоборот. А теперь наоборот, вот у нас эти плечи на месте, а работает только таз. Да. А теперь руки на пояс. И полностью все включили. И улыбаемся, и смеемся. Мой позвоночек гибкий, да. Мое тело молодое, да. Жизнь прекрасна. Я в другую сторону. Моё тело энергичное. Молодцы, молодцы. И теперь вспоминаем, что счастью, да, болезням, нет. Счастью, да, болезни. Депрессии нет. И меняем. Радости, да, болезням нет. Да, нет, да, нет. Радости нет. У вас уже должно хорошо получаться, потому что мы это уже закрепляем, да. Особенно, кто дома занимается, будет получаться. Добавляем хлопочек. Считалочку. А считалочку сегодня сделаем такую: цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Да? Цапля мокла, цапля сохла. Цапля сохла, цапля сохла. Цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля мокла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. И цапля сохла, цапля сохла, цапля чахла, цапля сдохла. Поменяли за нос и за ухо. Хлопок добавляем. Если сбиваемся, сбиваемся, нас с тобой смеяться. Это учиться, не обижаться, не огорчаться. А самое великое искусство – это уметь смеяться над собой. И вы освобождаетесь от всяких блоков, от всяких обид. Мы говорим: цапля мокла, цапля сохла. Цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла. Цапля чахла, цапля сдохла. Цапля мокла, цапля сохла. Цапля сдохла. Получается? А теперь мы эту цаплю в наш молодильный коктейль, в бочку. Вытаскиваем ее, она только жила, у нее столько энергии. И пишем записочки, привяжем ей на ножку и отпустим. И пишем все, что мы хотим, да, все, о чем вы мечтаете. Пишите свои цели. Я здоровая, я успешная. Успешно. Купить себе хотите. Там, у меня прекрасные отношения с моей семьей, с моими коллегами. Я магнит для прекрасных людей. Да. Вот все, что хотите, все, что вам в голову, да, написали. И цапля уже рвется. Представляете, в нашей бочке, сколько в ней энергии. И отправляем со смехом. Чем громче смеемся, тем она выше дальше летит. И я! Летит цапля.
И цапля тебя прилетает. И не одна, а со целой стаей. Эта стая садится. И мы обхватываем их. А, на них верхом садится. И полетели вместе с стаей. Полетели, бежим. Нет, это все везде распространяю над всем миром. Или так над всем миром. Очищение природы, да, очищение рек, морей. Радость, любовь, радость человека. Всем здоровья. Всем здоровья. Счастья. Всем записали? И кладем свои капельки к ножке. И отпускаем. Мы сейчас сделали, мы послали с вами добро, правда? Потому что мысленно, материально, потому что мысль, наше каждое слово летит далеко, высоко и над всей планетой, да! И посмеемся мир во всем мире, вдох и... Дела. А не подскажешь нам что? Ha ha ha!
конечно, это я. Миру мир, миру мир. Да, да. Дышали смеха ком, друг обняли. От сердца к сердцу друг другу. Много-много любви, радости, мудрости, долготерпения, счастья, крепкого-крепкого здоровья. И пьем нашу водичку, которую мы зарядили нашим смехом, зарядили доброй энергией. Да? Особенно у кого окошки были открыты, вот прям работает 100%. Да, и проговариваем, и говорим счастье, здоровье, все выпиваем. Ну, в принципе, все, как мы говорили, водичка структурирована. Будет процесс откашливания. Вы это можете делать обязательно, вы уже все знаете, особенно кто уже не первый раз ходит. Можете кто-то, если хотите, сейчас что-то сказать, пока немножко время есть. И пьем водичку. Может, у кого-то какие-то инсайты, какие-то осознания. Кто-то, может, хочет поделиться каким-то, ну, не знаю, случаем, событием. Не стесняйтесь. Кто у нас лидеры? А? Кто у нас мегатренеры, спикеры? Кто меняет мир? Берите микрофон, прокачивайте себя. Включайте. Удача и дружба с нами всегда. Богатство и счастье – наша судьба. Да. Благодарю вас, Лариса, за такой позитивный урок смеха. Большое вам благодарю. Всем нашим королевам, умным, красивым, успешным, я желаю здоровья, самое главное – здоровья, и оставаться такими бодрыми, позитивными всю остальную жизнь. Я очень люблю вас. Вот этот курс, куда я пришла, Суперджам, он открыл во мне столько вдохновения, все, что во мне... Оно раньше было в молодости, а потом постепенно жизненные перипетии их как-то ушли куда-то в небытие. И оно все возрождается во мне. И я хочу делиться этой радостью с людьми, со всеми. Сейчас я всем улыбаюсь, широко открываю двери счастью, достатку и любви. И всем вам этого же желаю. Благодарю, благодарю. Дальше королеве. Я благодарю вас за ваш отзыв, друзья. И действительно, мы же видим, сколько волшебные упражнения, да, как они меняют жизни людей, как они помогают. И первая ступень всегда это радость, это смех, потому что только тогда дальше уже можно идти в глубину. Потом, вот начиная с этого, с радости, у тебя расправляются плечи, вырастают крылья, да, приходит осознание, ты дальше начинаешь работать над своими мыслями, над своими чувствами, да, дальше работать над своими целями и задуматься о своем предназначении, о своей миссии.